ребята, Аллах даровал нам возможность сегодня присутствовать и сегодня в таком хорошем, благоугодном мажлисе, мероприятии, посвященном поминанию наших предков. Пусть Аллах ими всеми будет доволен и простит им всем, всем грехи. И начало, как Ахмад сказал, сначала мы проведем иншаллах азы, потом прочитаем Коран, и затем будем совершать зикр, то есть поминать Всевышнего Аллаха. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على этот مجلس наш بركاتный будет принят будет это очень хорошо что мы